Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Ловля леща осенью подразумевает тщательную подготовку. Самое удачное снаряжение для ловли осеннего леща – это 7-метровая поплавочная удочка, фидер и прикорм. Поведение леща осенью можно разделить на два периода. Первый – с сентября и до середины октября, второй – с середины октября до конца ноября. Первый период характерен практически таким же поведением рыбы, что и в летний период. В сентябре на леща можно часто наткнуться в прибрежной зоне. В это время он покидает глубокие укрытия и приближается к берегу. С приходом октября режим полностью меняется. Теперь лещ питается после восхода солнца и до полудня. С полудня до ночи поклевки минимальны, и в уловах будут лишь мелкие экземпляры. Но вот с наступлением ночи клев нарастает, и поймать трофейного леща поздней осенью при звездном небе и полной луне становится вполне обычным делом. Осенняя прикормка на леща остается актуальной, несмотря на высокую активность объекта добычи. Ее применение стимулирует подход рыбы к точке лова, а также удерживает стаю у подаваемой приманки. В сентябре составы прикормочных смесей идентичны летним вариантам прикорма. Со снижением температуры воды ниже уровня 10 градусов количество ароматизатора уменьшают, делая смеси менее пахучими. Осенью ловите преимущественно на червя, лучше пучок. В дни плохого клева подсаживайте к червям белого опарыша или мотыля. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!